Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена Ермина, и я рада вас приветствовать на своем канале. Я хочу вас пригласить на мой второй канал, который называется Елена Ермина Бьюти. Ссылочку на канал я оставлю в описании под этим видео и во всплывающей подсказке. Если вы еще не подписаны на мои каналы, то обязательно подпишитесь и включите колокольчик на все виды оповещения. Недавно в интернет-магазине «Пряжа Су» я заказала пряжу и сделала для вас небольшой обзор на свой заказ. Ссылочку я оставлю в описании под этим видео и во всплывающей подсказке. Если вам интересно, проходите, смотрите. Пряжа «Сакура» торговая марка «Сиам». Состав 100% вискоза, вес 50 грамм, длина нити 175 метров. Ссылочку на эту пряжу я также оставлю в описании под этим видео. Если она вам понравится, то вы сможете ее заказать. Цвет пряжи 08. И сейчас я хочу посмотреть, каким образом данная пряжа вяжется крючком и ложится в ажурные узоры. Мы с вами свяжем замечательный, очень красивый узор крючком. Данным узором можно связать кофточку, которую вы видите на фото. Также получится красивый жилет, жакет и кардиган. Можно эти вещи связать как из летней серии пряжи, так и демисезонный вариант. В данном видеоуроке мы будем с вами разбирать, как вяжется узор. И также я вам расскажу, из скольких рапортов и сколько рядов необходимо связать для того, чтобы приступить к вязанию вещи. Вязать я буду вот по этой схеме. Схему я прикреплю, как всегда, в конце видео. Досмотрите видео до конца и найдете там схему, которую можете распечатать, сделав скриншот с экрана. Для образца набираем цепочку из 35 воздушных петелек. Всего свяжем с вами 2 раппорта полных в ширину и по половинке раппорта с обеих сторон. Будем узор вязать прямыми и обратными рядами. Также данный узор можно связать по кругу и регланом сверху вниз. Тоже будет очень-очень красиво смотреться. Набрала цепочку из 35 воздушных петелек. Набираем еще 4 петельки. 1, 2, 3, 4. И будем вязать сейчас столбики с 2 накидами. При желании вы можете уменьшить количество накидов и вязать столбики с одним накидом, а также можете увеличить количество столбиков, вязать столбики с 3 накидами. Отсчитываем от конца цепочки 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. В 6-ю петельку вяжем 1 столбик с 2 накидами. В 7-ю петельку цепочки мы вяжем 4 столбика с 2 накидами. Первый столбик с 2 накидами. Второй столбик с 2 накидами. Третий столбик с 2 накидами. И четвертый столбик с 2 накидами. Две воздушных петельки. Пропускаю 1, 2, 3, 4 петельки. В 5-ю петельку мы вяжем 1 полустолбик с 2 накидами. 2 петельки на крючке остается. В эту же 5-ю петельку цепочки провязываем 2-й полустолбик с 2 накидами. 3 петельки на крючке соединяю при помощи рабочей нити в 1. Связали 2
столбика с двумя накидами с общей вершиной и с общим основанием. 2 воздушных петельки. Пропускаю 1, 2, 3, 4 в пятую петельку цепочки. Провязываем ракушечку. Ракушечка у нас состоит из 6 столбиков с двумя накидами. И это начало первого раппорта в ширину. Вот этот веерочек — это начало раппорта, который мы сейчас с вами вяжем. 1 столбик с двумя накидами. Вяжем 2 столбик с двумя накидами. 3. 4. 5. И 6 столбик провязываем с двумя накидами. Связали веерочек из 6 столбиков с одним накидом с общим основанием. 2 воздушных петельки. Пропускаю 1, 2, 3, 4 петельки. В пятую петельку мы вяжем с вами 2 полустолбика с двумя накидами, либо 2 столбика с двумя накидами с общим основанием и с общей вершиной. 2 воздушных петельки, 2 накида на крючок, отсчитываю 1, 2, 3, 4 в пятую петельку. Провязываем с вами, будем сейчас вязать опять веерочек, ракушечку из 6 столбиков с двумя накидами. Но давайте сразу же разберем, из чего же у нас состоит раппорт узора, один раппорт. Значит, ширина раппорта 10 петель. В основу раппорта входит ракушечка из 6 столбиков с одним накидом, 2 воздушных петельки, 2 столбика с двумя накидами с общей вершиной и с общим основанием, 2 воздушных петельки. Значит, от веерочка и заканчивается раппорт перед началом вязания вот следующей ракушечки. И вот здесь вот у нас должно быть 10 петель. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот это 10-я петелька перед столбиком с двумя накидами. То есть раппорт 10 петель. И сейчас мы с вами вяжем 2-й раппорт по счету. Раппорт у нас начинается с ракушечки из 6 столбиков с двумя накидами. Вот первый столбик мы провязали. В эту же 5-ю петельку мы провязываем с вами 2-й столбик с двумя накидами. В эту же петельку вяжем 3-й, 4-й, 5-й и 6-й столбик. Все 6 столбиков мы провязали в основании 5-й петельки. 2 воздушных петельки. 2 накида на крючок. Отсчитываю 1, 2, 3, 4 петельки. В 5-ю петельку провязываем 2 столбика с двумя накидами с общим основанием и с общей вершиной. То есть вяжем 2 полустолбика с двумя накидами. Две воздушных петельки и заканчиваем вязать ряд. 2 накида на крючок, пропускаю 1, 2, 3, 4. В 5-ю петельку я провязываю 4 столбика
с двумя накидами. Первый столбик, второй, третий и четвертый. Следующую петельку мы вяжем один столбик с двумя накидами, и еще у нас одна петелька осталась, мы в нее провязываем второй столбик с двумя накидами. Здесь вот я на одну петельку обычно всегда больше вяжу, но здесь что-то я не набрала. Все, количество петелек нам хватило. И мы связали с вами первый ряд узор. Состоит он у нас из двух. Вот первый раппорт, второй раппорт, считаем ракушечки. И здесь получается у нас по половинке. Так как мы вяжем, приступаем к вязанию второго ряда. Набираю 1, 2, 3, 4 петельки подъема. Разворачиваю вязание на другую сторону. Вершину, это у нас первый, второй, второго столбика с двумя накидами, вяжем один столбик с двумя накидами. 2 накида на крючок, вершину третьего столбика с двумя накидами предыдущего ряда вяжем один столбик с двумя накидами, 1 воздушная петелька. Следующую вершину столбика мы провязываем один столбик с двумя накидами. 2 накида на крючок, следующую вершину столбика провязываем один столбик с двумя накидами. 2 накида на крючок, и в крайний столбик мы провязываем столбик с двумя накидами. Всего с учетом 4 петелек подъема у нас связано 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков с двумя накидами, и вот здесь вот 1 воздушная петелька. Три воздушных петельки. 1, 2, 3. Вершину вместо соединения столбиков с двумя накидами провязываем один столбик без накида. Цепочка 3 воздушных петельки. Вершину 1, 2 и 3 столбика с двумя накидами предыдущего ряда провязываем по одному столбику с двумя накидами. Две воздушных петельки. 2 накида на крючок. Вершину 4, 5 и 6 столбика провязываем по одному столбику с двумя накидами. Три воздушных петельки. 1, 2, 3. Вершину либо вместо соединения столбиков вяжем один столбик без накида. Цепочка 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. И повторяем вязать раппорт. Вершину 1, 2 и 3 столбика с двумя накидами предыдущего ряда провязываем по одному столбику с двумя накидами. Две воздушных петельки. Вершину 4, 5 и 6 столбиков провязываем по одному столбику с двумя накидами.
цепочка 3 воздушных петельки, 1, 2, 3. Вершину столбиков провязываем 1 столбик без накида. Набираем цепочку, 3 воздушных петельки, 1, 2, 3. 2 накида на крючок, вершину 1, 2 и 3 столбика провязываем по одному столбику с двумя накидами. Одна воздушная петелька. И далее мы вяжем вершину 4-го, 5-го столбика по одному столбику с одним накидом. И в основании 4-й петельки подъема провязываем еще один столбик с двумя накидами. Связали с вами 2 ряда узора. Приступаем к вязанию 3-го ряда. Набираю цепочку из 4 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4. 2 накида на крючок, разворачиваю вязание на другую сторону. Вершину 2 столбика с двумя накидами провязываем столбик с двумя накидами. Вершину 3 столбика провязываем 1 столбик с двумя накидами. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. В арочку цепочки из одной петельки провязываем 1 столбик без накида. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. Теперь мы в 1, 2 и 3 столбик с двумя накидами будем вязать по одному полустолбику с двумя накидами. И будем их вязать с общей вершиной. Таким образом. То есть все 3 столбика с двумя накидами мы вяжем с общей вершиной. И приступаем к вязанию 2-го раппорта. Вершину 1-го столбика с одним накидом мы вяжем 1 полустолбик с двумя накидами. Во 2-ю и 3-ю вершину столбиков мы провязываем по одному полустолбику с двумя накидами. У меня 4 петельки на крючке, соединяем их вместе при помощи рабочей нити. Набираю цепочку из 1, 2, 3, 3 воздушных петелек и вершину вот этого 1, 2, 3, 3 столбика провязываем 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. Вершину 1-го столбика с двумя накидами провязываем 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 1, 2, 3 воздушных петельки, 2 накида на крючок и в эту же вершину 1-го столбика вяжем 1 полустолбик с двумя накидами. 2 петельки на крючке остается. В вершину 2-го и 3-го столбика провязываем по одному полустолбику с двумя накидами. На крючке 4 петельки, соединяем их вместе при помощи рабочей нити. И давайте покажу вам поближе узор. Приступаем к вязанию следующего раппорта. Вершину 1, 2 и 3 столбиков с двумя накидами провязываем по одному полустолбику с двумя накидами.
4 петельки на крючке, соединяю их вместе. Раз, два, три. Цепочку из 3 петелек, опять же, в вершину третьего столбика провязываем 1 столбик без накида. Раз, два, три. 3 воздушных петельки. В вершину первого столбика провязываю 1 столбик без накида. Раз, два, три воздушных петельки, 2 накида на крючок. В эту же вершину первого столбика вяжем 1 полустолбик с 2 накидами. Вершину второго и третьего вяжем по 1 полустолбику с 2 накидами. На крючке 4 петельки, соединяем их вместе при помощи рабочей нити. И переходим к вязанию следующего раппорта. Вершину первого столбика мы провязываем 1 полустолбик с 2 накидами. Вершину второго и третьего столбиков мы вяжем по 1 полустолбику с 2 накидами. На крючке 4 петельки, соединяем их вместе. 3 воздушных петельки. В вершину третьего столбика провязываем 1 столбик без накида. 3 воздушных петельки. В вершину первого столбика провязываем 1 столбик без накида. Так, здесь немножко по-другому свяжем. Здесь у нас окончание ряда. Его закончить необходимо немножко по-другому. Значит, провязываем цепочку 3 воздушных петельки. И вот этот столбик без накида я провязываю в арочку цепочки из 1 воздушной петельки. Вот так вот будет. 3 воздушных петельки. Вершину первого столбика с 1 накидом провязываем. 1 столбик с 2 накидами. Вершину второго столбика мы провязываем второй столбик с 2 накидами и в четвертую петельку цепочки, петельку подъема в основании четвертой петельки провязали третий столбик с 2 накидами. Все, связали мы с вами 3 ряда, и это у нас один раппорт в высоту. То есть смотрите, раппорт в ширину у нас состоит из 10 петель, а раппорт в высоту состоит из 3 рядов. Сейчас я с вами свяжу вместе 4 ряд, для того, чтобы вам показать переход от одного раппорта к другому. И далее вы уже будете вязать самостоятельно, перемотав видео на начало вязания 2 ряда. И будете вязать со 2 по 4 ряд включительно. Узор очень легко запоминается, вяжется просто быстро, и состоит он всего лишь из 3 рядов. Также его можно вязать по кругу. А мы с вами приступаем к вязанию 4 ряда, и либо это первый ряд 2 раппорта. Высоту набираю цепочку из 4 воздушных петелек, разворачиваю вязание на другую сторону, 2 накида на крючок и вершину второго столбика с 2 накидами провязываем 1 столбик с 2 накидами, 2 накида на крючок, вершину третьего столбика провязываем 4 столбика с 2 накидами. Раз, два, три, четыре. Связали всего с учетом 4 петелек подъема. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 столбиков с 2 накидами. 2 воздушных петельки. 2 накида на крючок, и здесь вот мы в этот промежуток, даже давайте вот сюда свяжем, в это отверстие вяжем 2 полустолбика с 2 накидами, либо 2 столбика с 2 накидами с общей вершиной
и с общим основанием. Две воздушных петельки. Два накида на крючок. В арочку цепочки. Вот первая арочка, вторая, третья. Вот во вторую арочку мы будем с вами вязать ракушечку из 6 столбиков с двумя накидами. Раз столбик, два, три, четыре, пять и 6. Связали 6 столбиков с двумя накидами. Это у нас один раппорт. И провязываем 2 воздушных петельки. 2 накида на крючок. И между вот этими элементами провязываем в это основание 2 полустолбика с двумя накидами, с общей вершиной и с общим основанием. 2 воздушных петельки и в арочку, вот первая у нас, вторая, провязываем веерочек из 6 столбиков с двумя накидами. То есть опять же у нас здесь раппорт состоит из ракушки, 2 воздушных петельки, 2 столбика с двумя накидами, с общей вершиной, с общим основанием, 2 воздушных петельки. Получается 10 петель, основа одного раппорта в ширину и 3 ряда в высоту. Провязываю второй столбик с двумя накидами, третий, четвертый, пятый и шестой столбик с двумя накидами, 2 воздушных петельки и вот опять же вместо соединения вот в это отверстие мы провязываем с вами 2 полустолбика с двумя накидами, либо 2 столбика с двумя накидами с общей вершиной, с общим основанием. 2 воздушных петельки, вершину вот этого столбика с двумя накидами первого провязываем 4 столбика с двумя накидами. Два, три, четыре, и вот вершину следующего столбика провязываем по счету. Это будет у нас 5-й столбик с двумя накидами, а в 4-ю петельку подъема провязываем 6-й по счету столбик с двумя накидами. Все, связали с вами 4 ряда. 4-й ряд — это у нас первый ряд второго раппорта. Давайте посмотрим, как смотрится узор. Здесь у нас изнаночная сторона, так как все нечетные ряды вяжутся по лицевой стороне, а все четные ряды вяжутся по изнаночной. Давайте я довяжу еще вот этот раппорт второй до конца. Будет у меня связано 6 рядов. И посмотрим с вами, как смотрится узор. Связала я образец узора. 6 рядов у меня получилось. Таким образом смотрится изнаночная сторона узора и лицевая сторона. Получается у нас раппорт. 2 раппорта, их здесь четко видно. В виде вот таких вот тюльпанчиков,
которые расположены друг над другом. И вертикальные полосы здесь получаются из тюльпанчиков. Узор можно вязать из тонкой пряжи, будет очень красиво смотреться. Я связала из пряжи средней толщины, 150 метров в 50 граммах. Это искусственная синтетическая пряжа. Здесь вот 100% вискозы, синтетика. Вяжется пряжа не очень комфортно. Она поскрипывает в руках и расслаивается. Вы, наверное, уже заметили, как у меня в процессе вязания мне было некомфортно вязать. Ниточка расслаивалась, и приходилось все время поправлять петельки. И к тому же она скрипучая. Таким образом, мы сегодня с вами протестировали пряжу Сакура от торговой марки Siam. Каким образом она смотрится в ажурных узорах, связанных крючком. Я еще не решила, какую вещь я буду вязать из данной пряжи. Либо спицами, либо крючком. Скорее всего, наверное, спицами. Посмотрим. Если мне понравится какая-нибудь модель, найду я на просторах интернета, либо возникнет какая-нибудь у меня идея авторская, то я буду вязать вещь на моем канале. И, может быть, даже сниму для вас подробный обучающий мастер-класс при наличии у меня свободного времени. Так, и давайте с вами опять же разберем узор. Значит, раппорт состоит у нас из 10 петель. Высота раппорта 3 ряда. Вы вяжете вместе со мной с 1 по 4 ряд. Далее перематываете видео на начало вязания 2 ряда. И вяжете все время со 2 ряда по 4, повторяя раппорт. А я с вами не прощаюсь. Жду вас завтра на своем канале на очередном мастер-классе. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч.